Ребята, ребята, канал BitFinPlay вас приветствует, Resident Evil 2 приветствует, Клэр вас тоже приветствует. Так, у нас теперь следующая ситуация. В инвентаре у нас вот столько, я решил избавиться от лечилки, короче, от хпшечки и от арбалета. Взял пистолет, взял патроны, надо избавиться от этого вот говна, вот от этого, по крайней мере, надо быстрый ключ где-то наиспользовать, а пооткрывать двери и детонатором что-то взорвать. Я, конечно, помню, какой-то там проход есть. Я не помню, это он точно. Его надо взрывать или нет. Там, где я девочку видел, там дверь была такая снизу проломлена. Может быть, там надо что-то взорвать. Еще у нас есть, короче, карта. Вот, у нас тут есть комната еще одна не открыта. Сейчас мы пойдем посмотрим, смогу ли я ее бубнами открыть. Бубнами открыть. И тогда у нас, в принципе, это крыло на первом этаже уже полностью будет... Да ёб твою мать, исследован. Там где-то много зомбарей еще меня ждет. Подожди, это я сюда, все правильно? Нет, это неправильно, я уже... Дверь это там. Вот эта дверь. Главное пацанов не встретить, которые там в окно пришли. Я понял, что это где-то. Пацанов не встретить. Ничего странного. Сейчас там странное будет. Вентиляционная шахта, внутри темно. Да что ты говоришь? А то я не знаю, что там не светло. О! Заколочка. Похоже, эту баррикад делали в спешке. Взорвать ее можно? Тихо тут. А я тут был? Вот здесь я вот был. Там другое надо. А, тут тиран пришел, я помню. Тут сейчас вороны будут. А на втором этаже ворон. Что тут столы перевернутые, баррикады. О, тихо. О, тихо, это безголовый. Вот эта дверь, да, закрыта у меня? Ну, не закрыта, может, и была закрыта. Да, вот сюда надо попасть. Под замком выгравлен значок пики. А, пикаревство, я понял. Еще мне теперь назад идти, что ли? Походу, да. Получается, у нас выбор. Пойдем, короче, где библиотека. Где библиотека. Сходим на третий этаж, посмотрим, что у нас там с часами, шестеренка нам нужна или нет. О, вот здесь вот пацаны будут, скорее всего. Там дальше. Вот это будет прикол, если потом надо будет от тирана убегать, еще и пацаны эти там будут. Вот это будет, конечно, интересная ситуация. Тихо. Пойдем путешествовать пики. Почему они не помечаются, как у Леона? Меня вот это раздражает. Подожди, а я был это на втором этаже, да, все делал с библиотекой? Вроде бы да. Пойдем сразу это крыло уже, так сказать, до конца исследуем, чтобы не оставлять вопросов потом, а я там был, а я там не был. Опа. Тук-тук, я твой друг. Здравствуйте. Так, подожди, теперь смотрим карту. Ага, вот сейчас, да, у нас будет это все дело. О, Леона нет уже. А где он?
Он решил разделиться и покинул меня. Так, ну сюда нам вообще не надо, тут больше ловить нечего. Нет, тут такого не будет, типа, который Старс говорит. Другой. Есть. Тут другой не менее интересный. У каждого свой. Свой любимый герой. О. А вот вот этот проход. Вот его надо, наверное, взрывчаткой. Давай попробуем. Похоже, мне не удастся пройти. А если мы вот так вот делаем? Используется сейчас, смысла нет. Не то. Видишь, не могу почему-то. Значит, где-то другое место. Я просто уже не помню, куда ли он-то это все нес. Лимонец. Лимонец. Куда-то нес взрывчатку у нас. Так, вот здесь мы сразу на второй этаж. Давай. О, трава красная. Но мы ее пока не будем подбирать. У нас как бы есть два слота, но они нам пригодятся. Так, нам сюда. Это я где? Ага, интересно. Подожди, а тупик-то где у нас? Ага, там дверь. Там, значит, тупик. Тут ничего нету. Все, тут дверь. Которая открывается. О, да, ну тут стандартные локации. Ёб твою мать! Надо сюда этот вентиль нести, короче. Похоже, сломан, не работает. Вентиль, да, надо. Отверстие квадратное. Сейчас принесем. Рукоять даже. О. Ну, вентиль ты тоже подошел. Вообще похоже на отверстие для вентиля. А сейчас попробуем вентиль принести. Может, поможет. Так, подожди, иди сюда. Коль мы за рукоятью пойдем, еще с красную траву с собой тоже возьмем. Опа, подожди, красную траву там. Не, ну возьмем, давай, хорошо. Что оставлять, да? А вот теперь мы сейчас посмотрим на карту, что вот это за дверь прямо. Это в другое крыло, это вверх, второй этаж, да, у нас? Ага. Она, наверное, первая. На первом этаже нету ящика. Это очень плохо. Чик-чик. На втором. А, не, на первом, в холле имею в виду. Ладно, не важно, я уже иду. Я уже иду за ящиком, который знаю. Сейчас возьму, попробую. Вентильство. А потом. Там шестеренка, наверное, также понадобится.
Ну тогда придется в следующее крыло уже идти. Здесь уже все, походу, посмотрел. Все, что мог. Еще ключ пики надо найти. Заставляет побегать. С собой все не умещается носить. Беготня вот это вот. Давай. Берем вентиль. Все, вот так делаем. О, а что тут за ящик? Запиши, выкрой особый ключ. Ага, особый. У меня еще нету особого. Особый ключ. Она не может прострелить замок просто и открыть? Логика, конечно. Рикошетить. Арбалет есть, от него не отрикошетить. Что там вплотную может стрелять? Ну да, отойти на расстояние нормально. Там кислотный патрон, тем более металл разве есть? Ой, подожди, я не сюда пришел. Добрый вечер. Мне же на второй этаж. Я не туда пришел. Шлепс, шлепс, шлепс. Чик-чик-чик-чик. Спортом занимается, тут по лестницам бегает. Дверки открывает. Весело, задорно. Чик-чик. Так, тихо, не сюда. Это, походу, специально, знаете, ящики эти отмычками позапирали, которые с отмычками, чтобы, короче, Леон не стырил вообще все. Чтобы у Клэр хотя бы что-то было, какие-то патроны. Мне кажется, это для этого и сделано было. Задумка такая. Чтоб с ножом не проходить игру. Такой полицейский участок большой, да, загадки тут всякие, прикинь, вентили вставляешь там. Да ёпта мать, давай, бери его. О, нет смысла использовать. Что-то да, надо другое отверстие. О, подожди, ключи тут лежат. Что, ничего особенного, в смысле ничего особенного, у тебя гаечные ключи там. Это особенно. Так, ну пока что, пойдем тогда. Сейчас вниз спустимся, выйдем в холл. Правильно же я говорю, нам отсюда выходить, наверное, уже надо. Тут ловить пока что нечего. Да ёб твою мать, навигация. Да ёб твою мать, навигация, ты чё? Да ты чё? Подожди. А, ёб, надо сюда потом. Открываем дверку. О, тихо! Тихо! Бежать! Тихо! Да ты сколько? Все, текут пацаны. Начинается вот это вот. Питальники. Так, а вон я там. Так, здесь смотрим карту. Картежники. Второй этаж у меня вообще с двух сторон уже.
исследовано. Вот первый сейчас посмотрим, кстати. Вот первый вроде бы нет. Да ёб твою мать, бег не на ту кнопку. Слышу ковыляка где-то там идет ко мне. Удачи ему спуститься по лестнице. Так, здесь смотрим. Смотри, да, вот тут есть у нас какая-то дверь. Тут нету, видишь, ничего. Вот тут какая-то дверь сейчас будет. Где-то вот тут, да? Вот это вот что за эмблемство? Может, сюда надо значок змеи? Какая-то надпись, чтобы от своего сердца я жду единорога, волшебного зверя. Волшебного зверя! Подожди, а где у него? А где дверь? Тут есть дверь. Какой выход? А, выход вон, она прям там. Я думаю, я сейчас просто выйду из создания. Тут профессионализм. Да давай ты не буксуй! Я понял. Там надо арбалет, походу. Ну, мне, в смысле, туда надо идти. Так-то. Арбалет-то нужен, походу. Арбалетные истории. Пара-пара-па-па. Потому что там с пистолета они сейчас меня покусают, наверное. Арбала сейчас быстро улетит. Либо гранатомет, кстати. Он с плэшем, блин, стреляет. О, да, вот здесь можно, кстати, поменять сейчас. Возьмем арбалет. Вот это вот пока скинем, вот это вот бестолковство. Вот это вот возьмем. Арбалет. Он один раз меня кусанет, конечно. Может не успеет. Арбалет просто такой тоже. Своеобразный. Взять тогда. Сразу патроны к нему возьмем, потому что это. Или он убежал уже, крыс. Потерялся в этом полицейском участке. Все, особняк хочется назвать это место. Кажется, что в первую играешь. Ну так, блядь, засейвиться надо. Я еще пошел туда без сейва. Молодец вообще. Ну, было бы мне весело проходить все заново. Да что ж я кнопку бега инвентаря путаю. Я туда и не заходил, кстати, в эту комнату. Я сразу в другую сторону пошел. Так, сразу. Надо сразу на реакцию. Главное сейчас, да, чтобы... О-о-о, тихо. Да, блин. О-о-о, это да, это... F3? Да. Да, они что-то размонтили меня. Балбесы. Умные, оказывается. Еще думаю, зомби тупые. Меня развели еще на 2 выстрела. Говорю, арбалет это. Сейчас в него попасть надо. О, тихо! Да ёб твою мать! О, ты уже со стрелами идет. О, тихо. Еще идет, подожди. Ёб твою мать, инвентарь, патронов-то нет. Один выстрел остался с арбалета. Тихо, ковыляка идет. А чё он перестал идти? Алло, балбес. Все, отстрелялись. Хрена я тут пацанов положил. А
Ну и арбалет всего лишь потратил. Ничего страшного, арбалет поэтому тема. Ничего нету тут, говорит. Что такое пролагал ваш? А, я понял где... Подожди, а по карте? Надо освежиться. Но я потихо понял, это мы сейчас... Ага, я здесь был, да. Вот, у меня там еще дверь есть, не открытая. Похоже, там какой-то офис. Вот я в этом офисе это был. О, здесь трава зеленая лежит. Прям специально для меня. Подожди, у нас слоты есть? Один слот всего. Дефицитница. У меня здоровье хорошее. Шифер не повредили. О, 307, ночная... Чё? Ночная смена. Тихо, главное, ночников не встретить. Сторожей ночных. Внутри ничего нет полезного. Открывается еще. И где я? О, тут две двери будет. Три двери неоткрытых. Ого! Вот там заяц еще может быть в это, где камни вставлять надо. Могут быть приключения. Ключ от участка. Теперь бесполезен. О, бубны выкинули. О, слот плюс. Инвентарь освобождаю. Подожди, а тут что у нас? Освобождаем. Главное сейчас пацанов не встретить. Спрей. Выглядит хорошо, но блин. Тут заяц не придет, я что-то... О! Бля, я сейчас заяц придет, я вспомнил. Сейчас этот лизун придет. Блядь, с пистолета его убивать. И все, и нет инвентаря места. Ёб твою мать! Давай, заяц этот! Все, тихо, живот болит. Я вот вспомнил про него. Что мы до этого момента за Клэр тоже проходили. Чиканомить вот это вот. До конца игры. О, подожди, а он не разбил. Я смогу туда попасть? Ага, попал я туда. А то вообще реально туда зайти? А что там находится? О, а мы сейчас туда и зайдем? А если туда сперва зайти, интересно, зайца можно там убить этого? Это нубство. Так, ну пока продвигаемся. Так, надо засейвиться. В принципе, не так плохо зайцам. Прошли. Я их по-своему буду называть зайцы. О, тихо, трефы. Тут вон есть трефы. Еще и... Трефы, да. Это хорошо. Вот это вот мне не очень хорошо. Краснючка лежит. Инвентарь хочет мне заполнить. О, тихо, тут сейчас будет эта комната, где заяц был. Откуда он на меня выпрыгнул? Тут что? Слюни текут-то? О, тихо! Да... Заяц! Ого, с вами патронов. Чуть-чуть поболя, чем на зомби, конечно, уходит. Все, давай, обоссался. Что такое? О! Ого, 20 патронов. Нормально. Даже в плюсе. А что в этой комнате я вообще должен найти? Просто патроны и зайца? Так, ну тут ничего пока я на столе не вижу.
На полке нет ничего важного. Ну да, только патроны и зайца, нормально. Ну, какая-то тумбочка, вот, которая прямо вот за столиком. Как будто бы можно ее открыть, да? Ну, нельзя. Ну, ладно, зайца нашли. Убили зайца. Патроны взяли. Сколько мы потратили? Меньше 13 патронов на зайца и еще 20 патронов взяли. Считай, бой мы целую выиграли, да? Че, брать это говно, не брать, вот я не знаю. А мне все равно назад сейчас возвращаться. У меня тут все закрыто. Надо будет отсюда наверх, может, поднять. Блин, а я-то везде буду так. Мне надо проход взорвать где-то, я не знаю, где это. Ага. А, вон там дверь, да, есть еще какая-то. А выбросить потом нельзя, да, если я возьму? А, понятно, тогда да. Надеюсь, сейчас тирания нигде не придет. Я что-то чувство поганое. Погановство. Чувствую подвохи. Он же с потолков приходит. Потолочник. Ну со второго этажа, значит, не придет. Третьего-то нету. Так, подожди. Можно. Давай, если что, ее заюзать можно всегда. Арбалет надо скинуть, патронов все равно нет. Так, подожди, широкая дверь. Где-то вот здесь, да, она будет? Вот сюда. Так, здесь там не будет, пацанов? Будет. А я там был уже, по идее. Наверное, не будет. О, ковыляка! Да что ты там стрейфишь, блин? Так, подожди, надо зарядку сделать. Объединение. Ковыляки. О, идем. Обход делай. Тихо, он там не один, надо перезарядку сделать, значит. А чё у вас так много? О, а, ещё этот двое! Вроде всё. Выживание на пистолете. Ого, чё-то комната большая. Я, значит, здесь не был. Что такое? Ага, спасибо. Ну так бы я случайно сейчас. Если дают сейф, значит где-то машинка печатная рядом. По логике вещей было бы, конечно, интересно. О, ковыляки идут, я слышу. Так, тихо. Давай. Давай, у нас тут тир. Станешь? Вроде нет. Просто не вижу, кровь с него полилась или нет. Полилась. Течет родимая. Фига тут зомби на квадратный метр. Мне кажется, у Леона и топ меньше было. Тут вообще вот за Клэр идешь, блин, в натуре такие толпы встречаются, и ты думаешь, как их еще с пистолета убивать? Хоть и патронов столько взять. Ну, вроде сыпят-то патронами, тоже неплохо так. Если так грамотно использовать их, где-то там гранатомет, где-то арбалет. Вот если бы я на ту кучу, где я с гранатомета пострелял, и с арбалета, я бы там, допустим, с пистолета стрелял, то тогда там вообще бы, наверное, патронов потратил, конечно. Расточительство было бы.
сейчас бы пришлось без гранатомета, да, там ходить, одного зомби убивать. Это такое себе. Поэтому лучше на толпы, конечно, использовать. Вышник. Так, зайдем сюда. Тут что-то лежит. Сейф. Карточка. А, патроны. Какие карточки? О, 15 штук. А я в сейфе здесь уже был. Такое ощущение, что это за Леона было. Я забыл пароль от сейфа, он где-то у меня написан тут в документации. Я не помню, правда, его. Ой, подожди, первая цифра, надо выйти. Да, что-то такое. Да ёб твою. Да... Крутим. Ага, во, клёво. О, там еще что-то лежит. Карта полицейского участка. Взяли. Нормально, конечно. Надо траву захавать по-любому. О, тут дверь закрыта есть. Запертая. Слушай, а теперь двери помечаться стали. Я заметил. Смотри-ка, двери. Зеленые, это что у нас? Это трефы. Красные — это червы. Бубна — это фиолетовый. У меня нету красного ключа. Поэтому я балбес. Где взрывать проход этот? Вертолет? Ой. Ага. Сейчас. Да ёб твою мать. Вещи. Использовать. Сколько патриков? О, 6. Кислотных еще. О, нормально. Ага, так, на лестницу говоришь, да? Это мне назад. Другое? А там закрыто же у меня. Или нет? Вот сюда? А, да, я сюда заходил, я вспомнил, тут зомби были, я вот тут бегал. Я там что-то брал, вентиль или что-то такое. Так я сюда заходил. Я помню, я сюда заходил, я тут вентиль брал. А нет, иначе не здесь, да, вентиль брал. Мне кажется, как будто я заходил туда, почему? А что за фигня? Я подбирал уже здесь патроны у него. Я сюда заходил, я точно помню, я за Клэр сюда заходил. Я даже, возможно, заходил в это помещение, где я сейчас их убил. Я вентиль тут подбирал как раз. Да, да, и тут вентиль. Сейчас как раз и к вертолету приду. Тут вороны сейчас будут любимые. О, там этот баран ходит. Надеюсь, его там сейчас... О, надо сейвиться. Я чувствую, это весело будет. Вороны. Парень, подожди, вот сейчас куда, я не помню уже. Где? Мне прямо надо. Чё, тут столько дверей, не... Прямо, а где вертолетница? Вертолетница не прямо, вертолетница сейчас надо направо. Вон там что-то с лестницы, какое-то помещение. О, тихо, вороны. А, тиран, тут уже ворон нету. Он распугал ворон. Вот здесь этот балбес был. Я не могу открыть дверь из-за мусора. Да. А Леон куда ее взрывал? У Леона же тоже был детонатор, да? Нет. Так а мне вот сюда надо. До смерти.
какие начинаются. Во, да, вот здесь сейчас будет. Или он тут же взорвал, кстати, я вспомнил. Так, сейвы. Пацаны не придут ко мне? Что-то я даже не помню этих помещений, если честно. Подзабыл. А что карта нам говорит вообще? Ну что-нибудь нам говорит? Говорит, да, тут очень много комнат, где ты не был, говорит. И тебе бы сюда бы пройти, говорит. О, айфон лежит здесь. Да ёб твою мать, давай. Навигация. А что ты не можешь тут пройти? Крысло. Да давай ты, гационник. А ты кто? Это та баба? А что у нее с животом? Что за могилы? Картину какую-то собирать надо, что ли? Что за гадница какая-то? Ёб твою мать, балбес! Оу, это на... мне так жаль. Я думал, что ты одна из тех зомби. А, это его жена, это начальник. Вы шеф Айронс? Да, это я. А кто ты такая? Нет, не говори. Это не имеет значения. Ты закончишь свою жизнь так же, как и остальные. Что ты там пальцы свои рассматриваешь? Это дочь мэра. А дочь твоя? Я обещал позаботиться о ней, но не исполнил своего обещания. Только взгляни на нее. Она была так прекрасна. Ее кожа не что иное, как совершенство. Но вскоре она станет зомби, как и все остальные. Должен же быть способ остановить это. Если можно так выразиться, просто пустите пулю в мозг или же обезглавить. У него дигл. Надо забрать. Надо его убить. А ведь раньше таксидермия была моим хобби. Но недолго. Да что ты? Пожалуйста. Мне нужно побыть одному. Дай мне дигл и побудь одному. Различный трофей, ничего необычного. Балбес еще напугал меня. Развернулся, я тут хотел посмотреть, что у тебя есть. Дай дигл. Пожалуйста. Мне нужно побыть одному. Да что ты. Расстройство у него. Ладно, тут есть дверь. Делать. Тигрята. Чучело животного. Так, давай, чтобы этого болвана не слушать больше. Мыкает. Долго. Что говорит? А, говорит карта. Тут одна дверь должна быть какая-то. Какие помещения красивые, да? Классика. В это участок полицейский еще. Пиздец, как в натуре особняк. Не скажешь, что это полицейский участок. Решеток вообще почти нигде нет. Как будто они тут чилят, вообще живут. Общага. Что такое? Кто это там бегает? Йети. Различные предметы искусства. Шлёп-шлёп, шлёпанцы, шлёпают, шлёпают, шлёп-шлёп, шлёпанцы.
есть. Дверь. Это я отсюда пришел. Кругаля тут ходим, нарезаем. Вообще где? О, писулечка. Дневник секретарши шефа Б. 8 июня. Когда я сегодня прибралась в кабинете шефа, он вдруг ворвался в дверь с покрасневшим от ярости лицом. Я проработала здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу его таким. В прошлый раз его... Он так злился на меня, когда я подвинула ту статую, только теперь он был зол еще больше. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. Так, статую какую-то. Мне наконец удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь окажется в серьезной опасности, но уже слишком поздно. Утро, вечером мудренее. А, статуя, это которую мы двигали, наверное, уже. Подсказки дают. Похоже, чтобы это использовали. Что за потемки там? Ёб твою мать. Подожди. Ох, отпусти меня. Полегче. Полегче, малышка. Я не зомби. Со мной тут безопасность. Схватила я. У нее что-то медальон какой-то, что ли? Фундук, да. Откроем сейчас. Меня зовут Клэр. А тебя? Ага. Шерри. Ты знаешь, где твои родители? Они оба работают на химическом заводе Амбреллы. Недалеко. Ну, там реполни. На химическом заводе? Ну, а что ты делаешь здесь? Гуляет. Моя мама позвонила и сказала идти в полицейский участок, потому что дома находиться слишком опасно. Наверное, она была права. Но и здесь тоже опасно. Тебе лучше пойти со мной. И что мне сейчас еще с этой бегать? Ну, бля. Там что-то есть. Я не знаю, что это. Но я его видела. Намного больше, чем эти зомби, и оно шло за мной. О, тиранчик. Ух ты, ёб твою мать. То, о чем я тихо тебе говорил, оно здесь. Там грызли, грызли. Надо сундук еще открыть, подожди, блядь. Там, Тарзан этот орёт там где-то. О, патроны. Старс. Тони Армс. О, 80 патриков. Нам это не поможет, правда? Так, тихо. О, надо сохраниться, а то сейчас будет. О! Так, подожди, нам назад. Подожди. Разве? Нету прохода? Ну да, нету. А куда бежать-то от него? Ладно, куда-нибудь сейчас. От него один раз уже убежали. Он такой, он тормозок потихой. Так что если, в принципе, от него бежать грамотно ему, ну, не попадаться под руки. Тихо, сейчас, походу, здесь будет. Где? Вот что, нету? Подвоха не будет? Там сейчас у шефа полиции, походу, он будет. За место шефа полиции сидеть. Пацан на вертолете десантировался. О! О, что-то лежит на столе. Шеф полиции пошел. И дочь свою забрал. Профессионал. Тихо, они пошли тирана все смотреть. Цирк. О, ключ, смотри. Ключ червы, да? О, червонка. Здесь опять нету, мыкает. Под картиной есть кнопка. Вот и загадка. Жертва умрет от когти ягуара. Змей ее кровь в землю отравит. Ага. И этой земли орел возродится, так будут врата зато урока открыты. Так понятно, первый ягуар нужен. А наверное вообще пойму, в какой их порядке. Камень с орлом у меня есть. Я его сейчас сюда. Подожди. Жертва умрет от когтей ягуара, все правильно. Змея кровь землю отравит, и той земли орел возродит. Да, все правильно, их пофиг в какой ситуации. В каком порядке, не автоматом. Вот.
О, слоты освободились. Ёпта, мать. О, что-то лежит там. Писанина. Дневник шефа. 23 сентября. Все кончено. Эти кретины из Umbrella все-таки сделали это. Несмотря на все свои обещания, они уничтожили мой город. Вскоре улицы заполонят зомби. А возможно, и я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. 24 сентября. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город или выбраться из него, по крайней мере живым. Я лично проследил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Ты тирана, иди остановить, балбес. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни, но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. Вот балбес. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил Эда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительное. Упоительное зрелище. Интересно, жива ли еще дочка мэра? Вот она, походу, и есть. Я позволил ей бежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. И он за ней, походу, погнался. А я думал, она про тирана говорит. Да я буду наслаждаться своим новым трофеем, навечно застывшая в позе, которую я сам ей выберу. Дневник шефа. Баграмай, на этом серию заканчиваю. Итак, ребятки, давайте-ка в следующий раз продолжим. Так что подписывайтесь, лайки ставьте. Ждите следующей серии. Всем всего доброго. Клэр тоже прощается. Всем пока-пока. Он еще руки еще вот так. Может, вам зарядку делать. Все, до свидания.